В начале времен звездные владыки сотворили три артефакта. Первым был астрал Домайн, вобравший в себя силу самой жизни. Вторым — Хаос Молари, источник перемен. Последним стал Тестани Доминус, вместивший в себя все знания мира. Эти артефакты помогли владыкам создать первый из миров — планету Доминус. Они поместили ее подле звездного круга. Закончив свой труд по сотворению мира, звездные владыки спрятали артефакты в звездном горниле. Так они скрыли свою тайну до поры. Но случилось невероятное. Звездное перо было похищено, и весть о трех могущественных артефактах разнеслась по бесчисленным мирам. А вместе с нею и новый невероятный слух. Кто завладеет всеми тремя, тот обретет могущество. Первым из трех нашелся Астрал Домайн. Его обнаружили в одном из отдаленных миров, где за него вели кровавую войну воинственные Анпани, коварные Тиренги и Чернокнижник. Чернокнижник победил, и Астрал Домайн достался ему. В нем он нашел карту, а Осмолари нашелся на другом конце галактики. Его обнаружили Мууки, когда артефакт с невиданной силой обрушился на соседнюю планету. Завладев им, Мууки тоже открыли путь, ведущий на Доминус. Тестани Доминус долгие годы пылился в старом монастыре на Доминусе, и его истинная сила была скована магическими письменами, начертанными звездным горнилом. Однажды Тестани Доминус пропал. Говорят, его похитил безумец по имени Мартен. Мартен исчез, оставив после себя лишь слухи да легенды. Наступает новая эпоха, и новая страница будет вписана в книгу судьбы. Настало время восхождения. Кто окажется достоин? Кто станет новым звездным владыкой? Всем привет! Визардри 8. Лучшее РПГ всех времен и народов. Лучшее РПГ из тех, которые я когда-либо играл. И одна из двух игр наряду с операцией Flashpoint, которой я могу дать 10 баллов из 10. Игра вышла в 2001 году и разработана в канадской студии Sirtech. После этой игры много печальных историй писали, что они разорились, прекратили существование, но в принципе так оно и есть. Системные требования: Windows 95, процессор Pentium 2 233 МГц, 64 МБ оперативной памяти, любая видеокарта с поддержкой 3D и 1,1 ГБ на жестком диске. Я являюсь счастливым обладателем лицензионного издания от Буки, трехдисковая толстая коробочка. Установил с дисков на семерке 64 бита, и она с полпинка пошла. То есть никаких, абсолютно никаких танцев с блюдцами, я не знаю, никаких переключений рендереров, ничего я не делал. Запустил, установил. Версия 1.0 сразу пошла. Но я, правда, еще установил патч 1.2.4 от Буки, опять же, который вносит там кучу, говорят, изменений. Начинаем новую игру. Можно нанять в партию до 6 человек. Можно выбрать уже готовых. Но я думаю, что будет намного правильнее создать их самому, потому что я более грамотно распределю очки. Значит, создать персонаж. В игре 15 классов. 15 классов, представляете? Боец, лорд, валькирия, следопыт, самурай, ниндзя, монах, вор, механик, бард, священник, алхимик, епископ, псионик, маг.
11 раз. Человек, эльф, гном, карлик, хоббит, фея, людоящер, дракон, фильпур, равульф, мук. Фильпур — это получеловек, полукошка. Равульф — это получеловек, полусобака. Мук — это вообще какой-то инопланетянин. Значит, 6 человек в отряде. Боец. Начнем с бойца. Боец должен быть обязательно. Подбираем для бойца расу. Расу. Для бойца нужно выбирать либо дракона, либо людоящера. Это самые толстокожие, самые сильные расы для, в качестве воина. Ну, давайте выберем дракона. У него 20 очков для распределения. Для воина самая важная у нас сила. Качаем ее до максимума, до 75. Максимум как такового-то и нету, кстати. А, вернее, максимум 100. Но вначале до 75 только можно поднять силу. Но на максимум. Ловкость на максимум, чтобы он лучше попадал по врагу, реже промахивался. Ну и подвижность тоже. Подвижность влияет на количество ударов и так далее. Очки распределили. Выбираем пол. Пол однозначно мужчина будет. Навыки. Прокачиваем навыки. Ближний бой. Меч. Первоначально он вооружен мечом. И навык щит. Потому что щит у него тоже будет. Можно выбрать портрет нашего дракончика. Можно дать имя, но я напишу воин. Блять, не могу язык переключить. Так, воин. Можно выбрать ему характер. От характера зависят реплики, которые он будет на протяжении игры произносить. Сейчас вот у него по умолчанию стоит злой. Режь и руби врагов, и ни капли жалости к ним. Вот мой девиз. Если я выберу, допустим, характер добряк, то и реплики в игре будут другие от него. Не беспокойся ни о чем, друг мой. Я обо всем позабочусь за тебя. Так, а если хитреца выберем... А, флегматика выберем, ну-ка. Кто может мутную воду сделать прозрачной? Не трогай ее, и она очистится сама. Это флегматик. Ну, пускай он будет злым у нас, потому что это все-таки воин. Можно подобрать голос. Известны два рода людей. Охотники и их добыча. И уж позвольте вас уверить, я из числа охотников. Вот нет, такой голос дракону точно не подходит. Поэтому характер злой, голос два. И все, значит, воина мы создали. Сразу его нанимаем в отряд. Дальше. Теперь нам нужен второй боец. Как я решил сделать. То есть два бойца, два мага и два юнита поддержки. Два героя поддержки. Значит, в принципе, я уже говорил, я мало чего помню из этой игры, потому что я ее проходил 15 лет назад. Вот, и я руководствуюсь в основном прохождением от игромании. Значит, создать персонаж. Следующий класс у нас будет... Какой-то боевой класс нужен. Ну, естественно, двух бойцов я делать не буду. Хочу максимального разнообразия. Лорд. Валькирия. Давайте валькирию. Расу для валькирии выберем гнома. Почему гном? Потому что гном... Из гномов хорошие довольно воины получаются. Хотя, подождите, а почему... А почему, допустим, не взять людоящера? Так, валькирия, описание. Валькирия — это специальность, доступна только женщинам. Валькирия первоклассно владеет копьем и пикой. Ее познание оружия обширно, а боевой дух велик. На 5-м уровне способности валькирия начинает изучать заклинания священника. И хотя ей... Хотя никто не знает, как им это удается, валькирии умеют обманывать смерти. Она может воскреснуть, кстати. Обман и смерть, древкого оружия, копье, меховой бюстгальтер. Так, это одежда. Ну что, гномиху возьмем в качестве валькирии. Потому что для валькирии важно благочестие. Если я возьму людоящера, он хоть и более толстокож, но у него, кстати, тоже благочестие очень хорошее. Так, людоящер. Так, а если я выбираю гнома? Ловкость 50. Живучесть у людоящера явно больше. Но еще и интеллект важен ведь для
Валькирии, потому что она может кастовать заклинание. Давайте гнома возьмем, и пусть это будет гном-женщина. Гном-женщина. Я просто сравниваю характеристики. Знаете, я, наверное, все-таки возьму людоящера в качестве валькирии. Для валькирии важны, значит, благочестие, живучесть, ловкость, сила. Давайте, да, давайте валькирию сделаем людоящером женского пола. Силу ей прокачиваем, опять же, до упора. Все-таки это боевой юнит. Силу. Ловкость. Ну и подвижность. Но они начинают изучать заклинание священника. То есть ей, в принципе, и интеллект тоже нужен. Че греха таить. А интеллект выше у кого? У гнома, да? Короче, ладно, я гнома возьму. Пускай гном будет. Во-первых, интеллект больше. К силу. Интеллект. Так, ловкость. Так, сила. Интеллект не нужен, в принципе. Блин, я не знаю, ребят. Нет, давайте все-таки я возьму дракона. Ой, людоящера. Силу, ловкость, подвижность. До упора женский пол. Так, тут тоже ближний бой. Древковое оружие. Валькирия древковым оружием в основном воюет. Еще 5 очков у нас. Но древковое двуручное, поэтому щит качать точно не нужно. Топор, кстати. Да ну давайте топор. Потому что валькирии свойственно применение топора. Вот так это будет выглядеть наш людоящер женского пола. Очень хорошо. Наши враги ощутят мою ярость. Ну, нормально. Характер у нее силач. А второй голос какой? Я присоединюсь к вам, как только закончу доить коров. И, извините, кастрировать быков. Нет, вот этот голос не подходит. Характер оставим по умолчанию силач и наберем валькирия. Имя ей. Валькирия у нас будет людоящер. Так, второй воин готов. Нанимаем. Два воина у нас есть. Теперь нужно два мага создать. Естественно, классика жанра — это просто мага. Классический боевой магический юнит. Расу для мага, опять же, лучше всего подходит эльф. У него низкие силы, выживучесть, но зато развит интеллект, благочестие. Значит, интеллект повышаем. Интеллект влияет, грубо говоря, на мощность заклинаний. Благочестие влияет на количество маны, которое дается при переходе. В общем, тоже очень нужно на мощность заклинаний. Восприятие, живучесть... Подвижность. Восприятие что дает? Восприятие влияет, что связано с чувствами, включая инициативу, брожение, мифологию, псионику, артефакты. Нет, восприятие не нужно. Ловкость. Определяет шанс поразить и пронить противника. Подвижность. Интеллект, благочестие. Ну давайте подвижность магу прокачаем. Да. Так, пол мужской однозначно. Или ловкость, я не пойму. Подвижность, а ловкость определяет шанс поразить и пронить броню, число физических атак. Все оружейные ловкость влияет на все навыки телесного свойства, такие как замки, скрытность, воровство и музыка. Нет, это ему не нужно. Подвижность. Так, выбираем заклинание для мага.
разряд энергии, боевое заклинание берем, и мороз, школы воды. Боевое заклинание мороз и разряд энергии — это примерно одно и то же. Из двух разных школ. Кстати, нет, давайте навык сон. Хотя сон сможет псионик применять. Я помню, что сон может псионик применять. Поэтому давайте магу тогда разряд энергии и мороз возьмем. У нас псионик будет вторым магом. Так, качаем характеристики. Естественно, волшебство до упора. Магию огня, магию воды. Так, имя мага. Голос. Для меня будет честь оказать помощь храброй команде в ее благородных странствиях. Идемте же! Так, второй голос. Вам понадобится человек с моим интеллектом. Некоторые назовут это самомнением. Я же зову талантом. Охренеть. Это же Горбачев, друзья. Очуметь можно. Очуметь. Они Горбачева на озвучку, что ли, пригласили? Очень похоже. Но мне больше все-таки не нравится первый голос. Для меня? Да. Больше подходит. Портрет. Ой, господи. О, девка, смотрите, какая модная эльфийка. Ну вот этого возьму, классический маг по виду. Че, закончили, да? Характер у него умный. Так, мага нанимаем. Следующий персонаж у нас будет псионик. Класс, сразу выбираем псионик. Я уже просто до этого присматривался примерно, что я хочу видеть в своем команде. В игромане написано маг и псионик, но я их послушал, потому что, честно говоря, если уже кто-то до тебя во всем разобрался, почему бы не послушивать чужого совета. Раса псионика. По-моему, это должен быть Муки. Муки магичны по своей природе, пришельцы с далеких звезд. Муки наводят страх на врагов своим двухметровым ростом, а их невероятные чувственные способности не позволяют остаться никому и ничему незамеченным, что делает их отличными псиониками и следопытами. Ну вот, значит, псиоником сделаем Муука. Псионик. Ему, естественно, восприятие нужно, да? Так, давайте восприятие до упора. Интеллект. Кстати, благочестие ему тоже нужно. Ну и благочестие. Интеллект, благочестие, восприятие. Пол. Пол мужчина, да. Два заклинания. Сон берем, полезное на начальных стадиях, и лечение. Сон и лечение, однозначно. Хотя подождите, ему надо в первую очередь псионическую магию развивать. Террор. Заклинание вселяет страх в сердца противников, снижая их боевые качества. В некоторых случаях особо напуганный противник может потерять сознание или бежать в панике с поля боя. Давайте террор возьмем и лечение. Почему я взял террор? Потому что все-таки его первичная магия — это именно ментальная магия. Ну, значит, навыки псионика, магия разума и чудотворство, потому что лечение к чудотворству относится. Так, имя псионик. Характер у него тоже умный. Вам понадобится человек с моим интеллектом. Некоторые назовут это самомнением. Я же зову талантом. Что, неужели Горбачева возьмем? Для меня будет честь оказать помощь храброй команде в ее благородных странствиях. Идемте же! Это такой же голос, как у... Так, а если выбрать псионик, он же хитрый должен быть. А, нет, давайте флегматик, ну-ка. В два конца идет дорога, на себе не угин. В обратный путь нельзя. Слава богу, мой дружище, есть у нас враги. Значит, есть, конечно, и друзья. Привет! Кажется, дорога зовет нас. Скажи, разве это не песня? Фига себе, мне кажется, это больше для барда подходит.
может мутную воду сделать прозрачной. Не трогай ее, и она очистится сама. Ну вот этот мне больше как-то нравится. Давайте, это будет псионик наш. Флегматик. Флегматик, да? Пускай будет так. То есть псионик у нас есть, нанимаем. Теперь осталось два юнита поддержки, так сказать. Однозначно должен быть следопыт. Следопыт. Какую расу для следопыта взять? Хоббит, по-моему. Я вроде... Вроде останавливался на хоббите. Давайте хоббита возьмем. Причем женщину. Хоббит женщина. Все-таки женская компания, она никогда не бывает лишней. Так, значит, следопыту что нужно в первую очередь? Ему нужно... Так, следопыт. Обладает талантом находить такие вещи, как тайные проходы. Их острые чувства позволяют... Так, ловкость. Ловкость восприятия, да, чтобы находить секреты. Ловкость восприятия, ну и, наверное... Так, стрелковый бой. Так, ловкость восприятия однозначно поднимаем до упора. Так, и вот последний, третий навык. 10 очков осталось. Ну, давайте силу. Подвижность влияет на инициативу, количество ударов и количество атак. Подвижность влияет на некоторые боевые. При очень больших или малых значениях скорость может также сказываться на классе брони. Давайте силу прокачаем следопыту. Вроде логично подвижность, конечно. Пускай будет сила. Стрелковый бой. Следопыт, это естественно. Стрелковый юнит. Лук. Еще остается. И разведка, собственно. Он же следопыт и разведка. Так, вот так вот будет выглядеть. Не слишком красивая дама, конечно. Посимпатичнее что-нибудь есть. Это тоже какая-то... Это вообще мужского пола. Ну тогда оставим по вот эту тетку. Следопыт. Она у нас будет стрелять с лука. Некоторые говорят, что я могу разговаривать с животными. Но на самом деле, это они общаются со мной. Второй голос... Ладно, но слушай сюда. Я знаю, что почем, так что не пытайся играть со мной. В принципе, второй голос как-то больше ее внешности соответствует. Характер одиночка, флегматик, хитрый и умный. Силач-эгоист. Если тебе нужен кто-нибудь для защиты твоих интересов, то это... Так, это хитрый... Никто не минует меня. Возьми меня в команду, и я выведу тебя сухим из воды. Тоже голос. Верь мне. Переигрывает явно. Ну вообще одиночка. Вообще у меня вор будет. Вору одиночку, наверное, надо сделать. Они же одиночки. Ну почему же? Я с удовольствием присоединюсь к вам. В этом есть что-то романтическое. Не пойму, они угорают или они серьезно так на полном играют? Звезды сказали мне, что нас ждут великие дела. Пускай будет эгоист вот этот голос 2. Это следопыт. Да, блять, как-то не нравится мне вот этот голос, вот хоть ты тресни. Можно долго ощущать страх, но он проходит, когда наступает реальная опасность. Если тебе нужен кто-нибудь для за... Нам никто просто... не минует меня. Нам просто играть в эту игру очень долго, и надо, чтобы все-таки как-то соответствовало. Некоторые говорят, что я могу разговаривать вот с животными. Вот это оставим. И одиночку, следопыт. Так, нанимаем следопыта.
Остался последний герой в команду. Это будет вор. Класс вор. Для вора фельпур, пускай будет это кот. Кошки. Фельпуры, как и их далекие родственники кошки, подвижны и проворны. В ходе эволюции они привыкли полагаться на стремительность движения своих гибких грациозных тел, нежели на силу, и поэтому способны перемещаться с большим изяществом. Они хорошо подходят для любой специальности, требующей скорости, такой как ниндзя или самурай. Про воров тут, конечно, ничего не сказано, но я, тем не менее, фельпура сделаю вором. Так, вору что нужно? Ловкость однозначно и подвижность. Ловкость, подвижность, интеллект. Так, интеллект ему надо качать. Работать с артефактами, замками и ловушками. Интеллект. Восприятие не нужно. Ксионику артефакты. Ну, пускай, давайте подвижность, что ли. Ну да, подвижность пускай будет. Пол мужской. Так. Двойное оружие. Хотя, подождите, ну да, двойное оружие. Замки и ловушки. Кражи. Нет, подожди, двойное оружие тогда придется нам пока убрать отсюда. Скрытность. Только между нами, да? Лучше меня на эту работу вам никого не найти. Что на это скажете? Тебе что-то нужно? Сделаю, только без всяких там бумажек. Бррр, первый голос явно лучше. А если женщину выбрать? Ух ты, смотрите, какой кот. Под барды... Бард из него неплохой был бы. Только между нами, да? Лучше... Нет, нет, нет. Ну что, вот этого оставляем. Вор. Кот вор. Только между... Тебе что? Не-не-не, голос один. Характер у вора будет одиночка, что ли? Ладно. Но не жди от меня, что я буду понапрасну. Пускай будет... Нет, этот тоже мне не очень. Эгоист. Я верю, что во всем явном есть скрытое. Кошки, они же эгоистичны. Он был рад присоединиться к вам. Он думал, что это даст ему великолепный... Флегматик? Кто может мутнуть? Вот этот голос подошел бы, но, по-моему, я его уже взял для сегодня. До конца идет дорога на Себенилгин. Давайте вот этого возьмем, вора. Флегматик, но с голосом другим. Нанимаем. И вот у нас получилась команда из 6 героев. Вор, кот, следопыт, хоббит. Погнали. Уровень сложности средний. Все начиналось как обычная работа. Такая же, как любая другая. Муук Гримпак нанял вас сопровождать его в долгом путешествии, и вы не задавали лишних вопросов. Вы были потрясены видом огромного стального корабля. Как только вы ступили на борт, корабль поплыл. Но не по морю. Стальное чудище взмыло вверх, ревя как тысяча разъяренных драконов. Долго-долго вы плыли сквозь бесконечную ночь. Наконец, Гримпак нарушил долгое молчание. Пришло время сообщить вам о цели моего путешествия. Мои соплеменники Муки обнаружили очень необычный артефакт. Это привело их в мир под названием Доминус, где они исследуют туземный ритуал, так называемое восхождение. Они просили меня помочь им в их исследованиях. Как только вы начали снижение,
Чернокнижник заметил вас, и теперь вы под прицелом черного корабля. Мой повелитель, мы засекли корабль, пытающийся совершить посадку. Еще один корабль? Они не смогут помешать моим планам. Какие будут распоряжения, ваша честь? Уничтожить их! Чудо, что вы до сих пор живы. Но самое трудное еще впереди. Ваш корабль погиб. Вы остались один на один с враждебным миром. А где-то в вышине вас поджидает чернокнижник. Вы бредете по берегу и думаете, что делать дальше. Мы как птенцы, что выпали из гнезда. Мы не можем вернуться домой, так что мы должны как-то заботиться о себе. Иначе мы погибнем. Вот мы очутились на каком-то побережье. Сундук. Болты, копье, кольчужный верх. Но это неопознанное снаряжение. Короткий лук. Все забираем. И сейчас смотрим, кому мы можем это вручить. Предметы генерируются случайным образом в сундуках. То есть каждый раз, начиная игру, вы будете находить разные предметы. Так, у следопытки короткий лук. А тот, что мы подобрали, с такими же совершенно характеристиками. Кстати, возможно, что мы можем лук вручить этому. Вручить лук. Вору. Давайте попробуем. Да, вор может использовать лук, и это здорово. Болты. А вот болты, скорее всего, болтами он сможет стрелять? Нет, болты с луком несовместимы. Я еще просто по-прежнему разбираюсь, но, короче, стрел у нас к этому луку нет, поэтому нужно вернуть ему кинжалы. Вот здесь вот три крабика нас поджидают. Так пусть же бой начнется! На радаре, видите, внизу слева на радаре показано. Мимо, мимо. Распределили удары по разным крабам. Надо, чтобы все били одного. Так будет эффективнее. И, кстати, нужно не забывать, чтобы маги пользовались своими заклинаниями, иначе они его не прокачают, этот параметр. Разряд энергии вот на этом крабике. Разряд. И псионик тоже применяет магию. Террор не нужен. Лечение. Лечить пока, кстати, некого. Но пускай террор применим на всех вот этих вот крабов. Будет сделано. Так, разряд энергии. Я забыл указать силу выстрела. Окей. Вот. Все, понеслось. Хова! Ха! Это применили террор. Напугали одного крабика, видите? Видите значок у него? Кошка с выгнутой спиной. Напугали крабика. А при терроре... При терроре у них... Браво! Когда они напуганы, улучшаются характеристики. Кстати, здесь можно расставлять партию, чтобы она была защищена. Впереди бойцы. Так, и почему-то маг. Мага вперед нельзя. Я слушаю. Здесь! Я слушаю! Да. Мага нужно прятать в центре, так же, как и псионика. Это дохляки. Я слушаю. Вот так вот. А эти идут сзади. Здесь! Следопыт и вор. Вот как-то так вот. Они, значит, дальнобойным оружием работают сзади.
а маги защищены как бы со всех сторон. Классно! Камни. Это пули, тип боеприпасы. Что-то не понял, почему. А, камни, ну да, камни. Камни отдаем вору. Пускай он, кстати, прямо... Я слушаю. Применяет именно камни. Так, альтернативное оружие, левая рука. Да, пускай вор швыряет камнями, мне как-то это больше симпатизирует. Что-то полезное? Вот в ту беседку мы сейчас можем попасть по мелководью. Мы вот так вот ходим, открываем локацию, то есть... Я еще помню, когда 15 лет назад играл в эту игру, я, если заходил на локацию, я всегда шел по часовой стрелке или против часовой стрелки, но вдоль стен, чтобы знать границу этой локации. И этот трюк, он, кстати, использовался не только в этой игре, а вообще во многих RPG-шках. Чтобы не заблудиться, идете вдоль стены просто. Что-то полезное? Так, нашли еще камни. Вору. Так, а это что? Это тоже камни, тоже вору. У меня такое ощущение, я вообще выкрутил следопыт, это параметр восприятия на максимум. В принципе, да. Она должна находить спрятанные предметы. У меня странное предчувствие опасности. Что-то движется. Наконец-то достойный вызов! Гладкопанцирные крабы. Эти крабы уже не подарок, мягко говоря. Сейчас нужно, чтобы маги работали на полную катушку. Попробуем применить мороз. Ну, это ерунда. Мороз. Давайте мороз вот на этом крабе. Значит, псионик. Что у него есть? У него есть лечение. Лечить пока некого надо. Псионик тогда без дела пока остается. Мана закончилась, террор применить. Так не будет. Недостаточно маны, да. Но нужен отдых. Нужно было разбить лагерь, отдохнуть, чтобы восстановить ману. Бедные крабы совсем проголодались. Блять, воины мажут, нельзя этого допускать. Отличить пока никого не будем. Так, красный, это воину надо бы атаковать вообще-то вот того краба. Очень далеко. Ну, очень далеко, видите. Давайте сконцентрируемся. Есть. На каком-то одном, что ли. Это гладкопанцирный краб. Тот, кстати, толще в два раза. Давайте все... Есть! Перенесем внимание вот на этого краба. Классно! Все переключились на него. Так, ну этот мороз применяет. Окей. Довольно сложная сейчас ситуация. Народу полно. Крабов, вернее, полно. Но они, видите, друг другу мешают. Толкучка образовалась. Ох ты, блядь. Загружаемся, друзья. Сорвалось заклинание у мага, но я сохранился перед этой битвой. Заклинание слишком сильно выкрутил, и маг допустил ошибку и взорвал сам себя морозом. Так что вот так тоже бывает. Храняться нужно почаще.
Я ранена. Черт, его оплеухи раздают очень серьезные. Псионик, давайте вылечит. Вылечит валькирию. Гиганта. Будет сделано. Так, вор. Нужно, чтобы все били кого-то одного. Есть. Так, воин этого. Зеленый, это валькирия, тоже этого. Есть. Так, все на одного, да, все правильно. Это более, кстати, здоровый краб. А это кто? Гладкопанцирный, сука. И это гладкопанцирный, но вот это два раза толще. Так, вор. Вору надо сменить оружие. У него же, по-моему, есть камни. Почему он ими не кидается? Вот он камнями. Слушай. Хорошо. У мага что за заклинание? У него есть мороз. Мороз тоже на краба напустим. Вот в тот, в прошлый раз, видите, уровень силы. Чем он выше, тем больше вероятность ошибки. У меня маг неопытный, поэтому оранжевый выбирать не стоит. Давайте желтый. Окей. Уровень силы. Зато и эффекта будет меньше, но зато безопасно. Погнали. Промах. Хотя бы одного завалили наконец-то. У мага больше нет заклинаний, вся мана закончилась. Хотя нет, морозить может применить. Окей. Так, у псионик точно нет заклинаний. Псионик в начальной стадии довольно беспонтовый юнит, потому что у него боевых заклинаний нет. Все заклинания поддержки, мана закончилась. Я все еще во главе. Че ж вы мажете, как безбожно-то, а? Все, закончилась манна у мага. Только кулаками махать ему. И у псионика закончилась мана. Это слишком. Они не могут дотянуться до краба. Как бы нам этот бой тоже не пришлось переигрывать. Как вариант, можно попробовать дать дёру. Как вариант. Ну, получится ли? Вот в чем вопрос. Убежать? Я не знаю. Что у валькирии случилось? Ну да, воюет вроде как. Почему-то она урон не наносит. Валькирия восстанавливает 5 интеллекта. Я не пойму, почему валькирия не активна? Она дотянуться не может? Или что? Я вот этого не понимаю. Ой-ой-ой. Похоже, этот бой мы проиграем. Лечить мы никого не можем. Попробует перемещение отряда. Бег. Есть. Попробует убежать. Но сперва они нанесут урон и убьют кого-то из наших. Начать движение. Убегаем. Но они сейчас за нами, наверное, вдогонку кинутся. И что, мы убежали? А, нет, бой продолжается, кстати. Бой продолжается. Попробуйте еще раз для дёру применить. Классно. А вон они за нами бегут. Но, в принципе, они перемещаются-то медленнее, чем мы. Кстати, пока мы от них бегаем, энергия потихоньку восстанавливается. Есть.
Да, вот это они нам, конечно, преподали порку. Ну что, мне надо просто убежать отсюда и все. Убежали, скрылись бегством. Мы оказались сильнее. Замочили там какого-то краба. Давайте переночуем. Причем мне как-то будет безопаснее, наверное, вот здесь вот на побережье. Передохнем и вернемся туда. Вот, восстанавливается здоровье. Могут напасть, кстати. Могут напасть, и там, дай бог, если воины проснутся, значит, перебьют. Все отошло. Так, мы выздоровели. Восстановили ману, и мы можем сейчас возвращаться к этим крабам. Кстати, видите, время суток меняется, стемнело. Так будем же хищниками, а не жертвами. Вот опять эти крабы. Разряд энергии давайте на него. Окей. Так, у этого террор. Ну, террор, я не знаю. Ну, давайте террор применим. Нужно магию использовать, чтобы она прокачивалась. Она как в Морровинде прокачивается в процессе использования. Применили террор, обоих напугали. Все. Вот так повеселились. То есть, в принципе, можно давать дёру. Если слишком жарко приходится, то можно давать дёру. Так, и вот здесь вот... Что-то полезное? Что-то полезное? Какие-то вкусняшки. Лиловое зелье. Ни одно из зелий мы не можем опознать. Вот я не знаю, как их в инвентарь кинуть. То есть, я... Могу кинуть кого. Есть общий инвентарь, а есть конкретного персонажа. Я не знаю, кому все это складывать. И пускай воину. Проща. Прощу, вору отдать. Боевой топор. Урон 2.8. Все, здесь все забрали. Давайте сейчас, во-первых, посмотрим. Во-первых, опять же, можно заночевать, само собой. Кстати, наступила ночь. Вот, и сейчас, я думаю, вору прощу. Я слушаю. Вручить ему прощу, может быть. Он вооружен камнями, урон 1.4. Если я ему дам прощу, то инициативу плюс 4 в правую руку. Правая рука, левая рука. То есть вот он прощу и будет стрелять лучше, да, я так понимаю? То есть уже не руками кидать, а прощу. Кстати, здесь еще два краба есть в воде, я помню. Давайте мы... Это же прокачка, в первую очередь. Вот, мы этих крабов надо убить. Но почему-то я их не вижу. В прошлый раз я их здесь видел. Под водой плавали. Так, камушки. Вору. Нету, не вижу я никаких здесь крабов. Ну тогда заходим. Это нижний монастырь. У меня волосы встают дыбом. Надо быть осторожными. Уже не понял, куда мы идем. А, прямо туда. Нет, обратно. Это я обратно туда. Сейчас нас порвут. Слизни. Не слишком сильные соперники. Бояться их нечего. Давайте напротив слизней разряд энергии применим. Окей. А у псионика только магические. А, у него террор есть. Против слизни, я не знаю, даже террор жалко тратить. Не вижу смысла. Бандука! Смотри, тут
Тут их в общей сумме-то 5 штук. Этих слизней 5 штук. Оказывается. Тогда бой становится более интересным. Разряд энергии. Что, применим террор? Вот на ту группу слизней. Применим террор, чтобы боялись. Будет нас сделано. Ну и все. Миллениум Батиси. Двух слизней напугали. Довольно живучий тварь. Этот поменьше, чем его дружки. Одним ударом вырубили. Зеленый слизень бежит в панике. Какой-то слизень решил дать дёру. Догоним. Причем он напуганный, но он идет в атаку. Но это ухудшает его характеристики. Морозец. Давайте заморозим. Террор этот применил, а лечить пока некого. Значит, у нас псионик пока без работы остается. Отряд получил 1 золотых. То есть у слизня была золотая монета. Валькирии навык древкого оружия поднялся, у следопыта навык лук, у вора навык броски и проща. По мере использования, видите, все поднимается. На радаре белыми точками обозначаются предметы, их видно заранее. Стрелы. Стрелы это следопыту. У псионика навык артефакта поднялся до 2. Интересно, с чего бы вдруг, вот это я не понял. Вы не сможете открыть эту дверь, как бы вы ни пытались сделать. Она надежно заперта с другой стороны. Так это куда мы идем? Куда-то идем. Еще один. Уже ядовитый слизень, его нужно догонять. Он по-любому сейчас попытается. Он с места. Классно. С места не сдвинется, потому что он, у него дальнобойная атака. Он плюется слизью. Причем может отравить, кстати. Догнали его. У мага нету маны, надо поспать. Мана закончилась, сразу спать надо ложиться. Победа за нами! Давайте попробуем вздремнуть. Воин получил новый ранг. Вот повышение уровня у воина. Ему силу. Надо силу до 100 довести, чтобы получить бонус на этот.
бонусную способность. Силу и ловкость. Ближний бой. Меч. Щит. Тут, как говорится, все оригинально. Великолепно! Нет предела совершенству! Так, у вора новый уровень. Вор подвижность, ловкость, интеллект, да? Ну, ему ближе всего до 100 подвижность. Я вот не помню, что конкретно для вскрытия ловушек лучше всего, важнее всего. Так, ну давайте интеллект. Интеллект и ловкость. Восприятие не нужно, да? Так, интеллект и ловкость ему, да. Здесь замки и ловушки. Так, броски и проща пока что тоже было бы неплохо. Ну, скрытность. Способность персонажа прятать от врагов и избегать физических атак. Дающий бонус классу брони, делающий практически неуязвим в рукопашном. Ловкость, интеллект. Давайте скрытность, кражи. Раз это вор, пускай будет так. И выше я иду. Так, какие-то книжные полки. Книги включают в себя такие занимательные работы, как методика воспитания домашних животных и как очистить свой дом от слизней за 3 дня. О, какая-то книженция. Книга света. Смотрите! Тем, кто изучает книги божественной и волшебной магии или алхимии, этот том даст все знания, необходимые для изучения заклинания света, и прибавит некоторое количество маны к сфере магии огня. При использовании заклинания зажигается небольшой огонек, горящий круглые сутки и освещающий пространство вокруг отряда. Яркость свечения зависит от уровня силы заклинания. Эту книжку нужно отдать магу. Смотри, тварь какая-то! Там сейчас враги. Великолепно! Какие-то враги. Надо, чтобы маг прочитал эту книгу. Но как его, как вот это сделать, я не знаю. Так, и рассмотреть. Ну, это понятно, что рассмотреть. Применимо для магов. Для любой расы. А как его заставить прочитать, я вот этого так и не могу понять. Как сделать, чтобы он ее прочитал? Выбросить, использовать, может быть. Классно. Маг, выучено новое заклинание. Свет, огонь, максимум маны увеличен до 10. Отлично. Кстати, тут есть неопознанные предметы. А если попробовать их опознать? Вот с помощью использовать. Мне так не получится. Так, все. Вторник, 23-го. У нас заканчивается вино. Мы заказали большую партию варники. Среда, 24-го. У заключенного заканчивается еда. Я думаю, ему вообще везет, что он получает хоть что-то. Четверг, 25-го. Все готово. Мы покидаем это место сегодня. Я почему-то считаю, что монастырь не останется совсем пустым. У меня такое странное ощущение, что я что-то забыл. Ничего я здесь больше не вижу. Что-то полезное? Все эти бесчисленные книги содержат только старые счета. Какой-то предмет. Так, нашли предмет. Следопыт видит припрятанный предмет, лиловое зелье. То есть, если бы в нашей команде не было следопыта, мы бы это зелье не получили. Книжная полка забита финансовыми отчетами. Так, ну что? Куда идти? Тут мы все посмотрели. Здесь тупик. Какое-то существо приближается! Черт, они идут прямо сюда. Выпивай, сейчас начнется! Это крысы, много крыс. Значит, псионик, давайте применим на них. Я не знаю, насколько они опасны. Применим террор.